С новой должностью Татьяну Александровну лично поздравляют глава законодательного собрания и главный федеральный инспектор по области. Сиряк с 2015 года, глава Стародубской администрации. В областном отделении пенсионного фонда она сменит Олега Клюева, который в кресле руководителя был 18 лет. Татьяну Александровну с удовольствием поздравляю. Представляю, кто не знает, и поздравляю с первым рабочим днем. 412 тысяч наших пенсионеров – это те, кто своим трудом отдавал все возможное для развития нашей области, для развития нашей России. Поэтому не случайно сегодня подобран человек, который экономически подкован в этой сфере. Татьяна Александровна, вы человек, который прошла большую школу, вы прошли с 15 года муниципальный, как говорится, опыт жизни, поэтому должны понимать, вот, пенсионный фонд – это лицо наших, как говорится, пенсионеров, которые определяют лицо власти. Новый руководитель областного отделения пенсионного фонда уже познакомилась с коллективом и обозначила основные задачи в работе. Пенсионный фонд – это особая структура, которая оказывает услуги населению. И выплата пенсии, и выплата материнского капитала, и многое-многое другое. Это более социально ориентированное учреждение. И наша основная задача – это оказание качественных услуг населению нашей Брянской области. Также Татьяна Александровна отметила, нужно повышать информированность граждан об услугах пенсионного фонда. Бывший управляющий Олег Клюев теперь займет должность зама в организации. А место главы администрации Стародубского района станет вакантным. Пока временно исполнять обязанности назначен первый замглавы райадминистрации Андрей Литвяк. Андрей Мамошин, Сергей Дюков. События. Брянск.